Этой ночью в Москве по вине лихача на Бентли пострадали 4 человека. Авария произошла на пересечении Университетского проспекта и Менделеевской улицы. Как рассказали Life News очевидцы, столкновение спровоцировал водитель Бентли. 19-летний Мансур Абдуллаев выполнял дрифт на смотровой площадке у МГУ. Совершая опасный маневр, автомобиль класса люкс занесло, и в него врезалась Субару. Отлетев в сторону, иномарки задели 3 BMW и Мазду, стоявших на обочине. Субару протаранил Бентли, и Бентли отлетел в нас. В общем, нас зажало между машинами. Я считаю виновным Бентли, потому что он здесь устроил, вот просто начал на месте скрутиться. Как рассказали свидетели, больше всех пострадал водитель Субару. С многочисленными ушибами 20-летнего Вазгена Арутюняна доставили в больницу. А вот владелец Бентли отделался легким испугом. Спасли подушки безопасности. Водитель Бентли, то ли его друг, то ли сам водитель, что сделал это? Снял номера с машины, положил их в машину и все. И позвонил своим друзьям. Потом смеялся. Еще долго они смеялись. Возможно, были обгашены. Водитель Бентли Мансур Абдуллаев от госпитализации отказался. В подробностях аварии сейчас разбираются сотрудники ДПС. Виктория Самойлова, Динар Шакиров, Екатерина Фадеева, Life News.